безрамочный на 100%. ZTE запатентовала смартфон без рамок и разъемов. Компания ZTE запатентовала два новых смартфона, которые имеют очень тонкие рамки по всему периметру экрана. Пожалуй, один из них действительно можно назвать полностью безрамочным. Документы были поданы во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в середине 2018 и были опубликованы только 5 апреля этого года. Первый смартфон лишен каких-либо дополнительных элементов на лицевой панели, так как она вся занята экраном. Справа видна одна физическая кнопка, а сзади располагается тройная основная камера. Дактилоскопический датчик, скорее всего, встроен под поверхность дисплея. Смартфон лишен каких-либо разъемов. Вторая модель будет более бюджетной, судя по двойной основной камере и дактилоскопическому датчику на задней панели. Кроме того, в экране есть прорезь для разговорного динамика, а на корпусе видны стандартные разъемы для подключения наушников и зарядки, а также кнопки включения и регулировки громкости.